11 сотрудников Брестского спецпредприятия стали участниками проекта «Тысячи деревьев к тысячелетию Бреста». На улице Киевской они посадили 22 саженца серебристого клена, сделав свой первый подарок городу над Бугом в канун большого юбилея. Для нас это такой своеобразный кусочек что-то родного подарить не только для города, для предприятия, но и для самих себя, потому что дерево – это жизнь. Порыв сотрудников спецпредприятия не остался без внимания со стороны юного брещанина Даниила Бондарука. Мальчишка проходил мимо и сам вызвался помочь взрослым в благородном деле посадки деревьев. Школьные дела подождут, считает неравнодушный маленький горожанин. Экология и озеленение важнее. Больше кислорода выделяло, чтобы у нас было красиво, чтобы наша страна была цветущей, чтобы у нас было много деревьев, где можно спрятаться от жары. И главное, чтобы у нас она была самая красивая и ценная, потому что дерево – это тоже же полезное. Участок добровольцам-озеленителям достался сложный. Ныне газонная часть тротуара когда-то была участком дороги. Поэтому за качеством лунок и непосредственно посадкой наблюдал сотрудник коммунальника. Предприятие выделило саженцы клена для своих коллег безвозмездно. Спецпредприятие в рамках программы «Тысячелетия» занимается сейчас посадкой деревьев здесь на данном участке, чтобы тоже вложить свой вклад в развитие озеленения города. И чтобы наш город также цвел по весне, как и эти деревья зацветут, я думаю, по весне. Когда садишь дерево, то есть даешь жизнь этому дереву, этому ростку, так же, как и своим детям, когда рождается сын, дочь, человек тоже испытывает эмоциональный подъем такой. Вот так и с деревьями. Теперь кленовой аллее предстоит пережить зиму и зацвести. Проект «Тысячи деревьев к тысячелетию Бреста» продолжается. Ирина Альшова, Павел Малышунов, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук ТВ».